Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Drom.ru. Привет, мужики! Здорово! Отечественный автопром в беде, ему нужна наша помощь! Поддержим, мужики! Поддержим, мужики! Ну чё, как там ваши «Жигули»? Производятся, нет? Ну как производятся? Ну, производим, конечно, производим! А может, разрез? Может, без вашей помощи-то лучше будет? А вы дальше дома сидите на унитазе, производите то, что производите. Да как так-то, Максим Станиславович, ну как так-то? Ну просто проблемы сейчас просто на заводе, ну завод банкрот, нам просто помощь нужна и всего лишь ваша. Ну опять? Ну да. Ой, ну давай что ли тогда вообще запретим ввоз иномарок в Россию, а? Ух ты, ха-ха, здорово, Максим Станиславович, да. Ну вы голова. Голова, конечно. Все, ступай. Спасибо, спасибо огромное, все. Давай. Ой, дай вам Бог здоровья, Максим Станиславович. Максим Станиславович, ну, опять проблемы. Ну, нету продаж. Ну, понятно, народ, видимо, берет те иномарки, что в России делают. Так, ладно, а давай, знаешь, что сделаем? А запретим-ка все хорошие, удобные и качественные машины продавать, а, в России? А это как так-то? Ну, будем только твое говно продавать, да и все. О, точно! Конечно. Вот вы голова, молодец. Спасибо, Максим Станиславович, спасибо. Сейчас-то точно. Блин, ну а как так? Народ-то на чем ездит в России? Да они на роликах ездят, на велосипедах, на этих сраных, а? Они даже на гужевые повозки пересели. У нас он весь город в лошадином говне. Ну вот ты понимаешь? Подожди. Так а если ролики запретить с повозками? Да не, они пешком будут ходить. О боже, вот ты понимаешь, что? Так, подожди, ну а если я поговорю с Миллером, и мы на его заправках будем твои эти... машинами их можно назвать? Ну, с натяжкой. Ну, они ездят так. Ну вот, будем их бесплатно заправлять на его заправках. Думаете, поможет? Да, давай попробую. Спасибо, Максим Станиславович. Все, давай. Руку не жму. Давай. Не, ну ты меня пугаешь. Что, не помогло, что ли? Вообще никак. Так, ты мне покажи фотографию, чего там сейчас производите на своем многовозе. Да, секунду. Давай. Последнее. Вот так. Ну вообще передвигается, нет? Да, под горку. Давай все-таки велики, повозки, ролики, это все запретим. Ну а в качестве пряника ты раздавай вот эти вот свои изделия за бесплатно, а? Как за бесплатно? Там Максим Леонидович, ну, хоть маленечко, это же что-то стоит же. Все равно... Я тебе компенсирую, с бюджета разница. Отлично, вот. Вот золотой вы мой человек, Максим Леонидович, а? Я про государственные деньги-то совсем забыл. Давай, ступай. Вот спасибо. Я сейчас всем расскажу, какой Максим Леонидович золото, а не человек. Нет? Ну я так и думал. Ладно, а если мы твои машины преступникам вместо тюремного срока в наказание будем давать, а? А так можно? Точно! Ядини только так и спасет твой завод! Прикинь, Максим Леонидович! Сейчас точно! Ну вот ты понимаешь, ну никогда еще в России не было такой низкой преступности! Согласен! Есть еще какие-нибудь идеи, а? Ну вот у меня одна последняя осталась! А давай, когда на своем заводе работникам будешь зарплату выдавать машинами! Какими? Ну так своими! Надеюсь, тогда они перестанут дерьмо делать! Так они же все уволятся. Все, ступай. Максим Станиславович. Ну что, Максим Станиславович, закрыл я завод автомобильный. Ну все равно иномарки, они лучше и продаются, и делаются лучше. Ну что тут говорить-то? Я вот что думаю. А может нам мотоциклами заняться, а? Ой, ну, помощь, конечно, понадобится. Ставь лангетку, подписывайся на наш канал, переходи в группу ВКонтакте и не забывайте, мужики, про наш Инстаграм. И пишите в комментариях, какая у вас тачка. Ну все, мужики, пока!